Здравствуйте, я слонёк. Привет, малыши! Привет, ребята! Пойдемте вместе в лес. А пойдемте. И возьмем с собой пончики возьмем. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем грибы искать. Раз, два, три, четыре, пять. В лес идем грибы искать. Этот пальчик в лес пошел. Этот пальчик гриб нашел. Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик жарить стал. Этот пальчик все съел. От того и потолстел. Смотрите, какой толстый. Давайте еще раз в лес сходим. Идем? Раз, два, три, четыре, пять. Вышли мы грибы искать. Этот пальчик в лес пошел. Этот пальчик гриб нашел. Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик жарить стал. Этот пальчик все съел. От того и потолстел. Действительно, смотрите, какой толстый. Люляби, а ты знаешь стишок про пальчики? Нет. Хочешь, я тебе покажу? Хочу. Смотри, у нас у людей, у маленьких малышей, деток и у больших взрослых есть две руки. Смотри, на одной руке у нас 5 пальчиков. Ты смотришь? И на второй руке 5 пальчиков. И есть такой стишок. Считаем. Смотри. И раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. И прячем. Смотри, люляби. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять. В домик спрятались. И на них есть пальчики. На одной. И какие у тебя сережки? Ой, какие у меня сережки. Как тебя зовут, слонёк? Как тебя зовут? Меня слонёк. А тебя как зовут? Я хочу наплеваться с мамочкой и внуточкой.